Чебоксарка Мария Максимова представляет нашу республику в вокальном конкурсе «Новая звезда». Проект идет на телеканале «Звезда». Когда можно увидеть Машу и каковы ее шансы на победу, расскажем в следующем сюжете. Максимова успешно выступила в первом туре и перешла во второй. Недавно состоялась запись новой программы с участием Маши. И вот совсем скоро нашу землячку можно будет увидеть в проекте «Новая звезда». Сколько баллов ей дали члены жюри, Марии по условиям контракта рассказывать пока нельзя. Но она может поделиться некоторыми подробностями. Я очень понравилась Заре и Дунаевскому. То есть когда я пела, находясь на сцене, я получала вот их эмоции. То есть они смотрели на меня, они прочувствовали. Вот. От них я чувствовала поддержку. Может, от других немножко не так, потому что, а может быть, они как-то скептически смотрели. Но Зара со мной всю песню пережила второго тура, вот, которую я исполняю. Она вот всю песню она переживала, я видела ее эмоции, И такое ощущение было, что вот у нас какой-то контакт случился, и я как будто ей эту песню исполняла. Как показывает практика, победу в этом конкурсе дают не столько баллы членов жюри, сколько поддержка телезрителей. Пела я во втором туре песню Ирины Дубцовой и Полины Гагариной «Кому зачем». Если телезрителям понравится, которые будут меня смотреть 11 апреля вот на канале «Звезда» в 21.20, то я думаю, что вот этого стоит. То есть даже оценка жюри, может быть, была не такая высокая, как мне хотелось бы, но если все-таки вот телезрители или просто вот посмотрят, что это их тронет, они поймут, что я испытывала тогда на сцене, тогда я думаю, что проголосуют. Выступление Марии Максимовой во втором туре можно увидеть завтра, 11 апреля, в 21:20. Тогда же и начнется СМС-голосование за конкурсантку. Марина Рябцева, Андрей Спиридонов, Республика.